Ну что тут? 10:42, суббота. Приехали на дачу. Льда. Берега нет. Там уже тоже все проталины. Короче, в этом году вообще рано. 20 апреля на моей памяти. Не помню, что на лед уходил. Жарко. В доме попрохладнее. Банька. Сегодня, надеюсь, затопим. Что там у нас на берегу? Поют. Посмотрим, сколько у нас градусов. Это самый адекватный термометр. Ну, 20 почти. Видно, не видно. Что ты поешь, сидишь? Вон она. Перышки чистит. О. Солдатики. Спаривается во всё. Цветочков вон сколько. Прямо. Ага, вон они. Они все уже орут. На лодке заплывали, что ли? Рыбов не вижу. На мелководье-то не греет. Не видать. Сюда ехали более мелкие озера. Там вообще льда нету. Полно лебедей, уток и чаек. Ну, вот такая вот обстановочка. Обычно на 1 мая лед так прогревался, проваливался. Пару лет назад, 26 что ли, апреля, сошел на глазах. Сегодня 20-е, то есть прогрело прилично. В городе вчера было 28 градусов. Так. Что-то я тепло достаточно оделся. Жарко становится. Почти 4 часа. Сейчас покажу, что на озере. Лед вообще только вдали. И температура, ну, нет, на солнце 36.
такого, конечно, не может. Солнце нагревает. Около 28 точно есть. Жарко неимоверно. Это какая-то дикая весна. Утки немножко утихомирились. А лед он исчез, который был еще утром. Он только далеко-далеко. На том берегу лед есть. Я ездил за переходниками для воды, для водоснабжения. Ремонтом занимаюсь. Вот. И с той стороны льда много. Рыбок так и не видно. Обычно мальки уже тусовались. Или рано еще. Короче, птички свили где-то гнездо в камнях. Здесь вот. Не вижу. Ходов много. Не могли спрятаться. Ну да ладно. Да, там дырки такие. Вполне можно гнездо сделать. Камера таймлапсит. Продолжаем разговор. Нарубил. Напилил такие вот. Это рябина. Почти 7 часов. Здесь опять тень. 27 градусов видно. То есть реально жара около 30 градусов. На озере Штиль. Лед ушел. Вообще, он, не знаю сколько, с полкилометра, наверное. Так что, рекорд пока оттаиванием до 20 апреля, первый раз на моей памяти. Воду не пробовал, не знаю. Утки купаются, и вроде тепло. Сейчас будет банька. Утро, воскресенье. Лед сюда притянуло. Так, сколько у нас градусов? Так, сегодня, ну, 15 почти что натягивает. Да, вчера здесь льда не было. Лед подтянула. Это болотная курочка. Вот она. Плывет. Головой кивает. Так, там у нас кто? Утки. Вон там чумги пляшут. Это болотные курочки.
Да, лед сюда притащила. Сюда тоже прибила. Зато там в центре лед ушел. Нитка. Не соскучишься. Жизнь насекомых. Эти без пары ходят, вон те парочками. На всякий случай зафиксирую вот это вот. Какие-то нехорошие люди привязали к мосткам сеть. Я не рыбак, но и не браконьер. Мне вот это вот не нужно здесь. Как ее убрать, я не знаю. Ну, зафиксирую. Нам тут хватает контролирующих органов, чтобы еще докопались. Людям жрать, что ли, нечего? Сеть ставят. Она вся уже такая полугнилая. Лодку ради этого накачивать желания нет.